Совместная работа органов власти и профсоюзов по укреплению и совершенствованию социального партнерства в Свердловской области должна стать основой устойчивого социально-экономического развития региона, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев на междусоюзной отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Свердловской области. Регулярный диалог с профсоюзными лидерами, руководителями и активом профсоюзных организаций приобретает сегодня особую актуальность, так как помогает адекватно и оперативно реагировать на вызовы, которые ставят новые экономические реалии. Глава региона напомнил, что в ходе встречи, состоявшейся в марте этого года, руководители ведущих отраслевых профсоюзных организаций поднимали важные и наиболее значимые для трудовых коллективов вопросы, связанные с ситуацией в отдельных отраслях экономики, либо на конкретных предприятиях. В результате совместного реагирования правительству Свердловской области удалось снять часть проблемных вопросов. Именно такое взаимодействие, тесное общение позволяет нам решать важнейшие вопросы, связанные с развитием рынка труда, обеспечением занятости, контролем за своевременной и полной выплатой заработной платы, социальной защитой работников трудовых коллективов. Глава региона обратил внимание на то, что кризисные явления последних лет, которые происходили в мировой экономике, влияли и на наш регион. При этом нынешняя достаточно спокойная социальная обстановка – результат ответственной совместной работы региональных и местных органов власти, собственников предприятий, а также профсоюзных организаций. Евгений Куйвышев заявил о необходимости укрепить эту стабильность, гражданский мир и согласие в обществе, дать людям чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне. В связи с этим губернатор обозначил ключевые направления совместной работы. Считаю очень важным участие Федерации профсоюзов и ведущих отраслевых профсоюзных организаций в мониторинге социально-экономической ситуации в регионе, особенно на конкретных предприятиях и учреждениях. Необходимо своевременно отслеживать факты ухудшения социального положения и нарушения трудовых прав работников, выявлять возможные точки социальной напряженности и оперативно направлять информацию в органы власти. Евгений Куйвышев предложил профсоюзным организациям активнее информировать работников, а также трудовые коллективы о мерах, которые принимает правительство Свердловской области, органы местного самоуправления по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Отсутствие достоверной информации часто служит причиной слухов, домыслов, конфликтных ситуаций. И многие неконструктивные, в том числе и политические силы, иногда пользуются этим. Уверен, что активная разъяснительная работа в коллективах – это хорошая профилактика социальной напряженности. По мнению губернатора, благодаря слаженным действиям профсоюзов, органов государственной власти и местного самоуправления в нашем регионе, социально-трудовые права жителей обеспечиваются на достойном уровне. Профсоюзы включены в общественно-политические процессы и активно заявляют о себе. Они выдвигают своих кандидатов на выборы в органы государственной власти и местного самоуправления. Эксперты от профсоюза входят в состав различных консультативных и совещательных советов.